В администрации Серпухова состоялась очередная встреча главы муниципалитета с руководителями учреждений здравоохранения. Дмитрий Жариков пообщался с главными врачами больниц, поликлиник и стационаров о насущных вопросах. На прошлом совещании была поднята тема потребности в кадрах и необходимости ремонта зданий. Сегодня на совещании говорили уже о проделанной работе в этом направлении и ближайших планах. Это не первая подобная встреча в формате живого диалога. Такие мероприятия Дмитрий Жариков планирует проводить на регулярной основе.